Добрый день, дорогие ребята! Урок по теме «Химическая формула и валентность элементов» провожу я, Кадина Марина Никаноровна. После изучения данной темы вы будете способны оперировать понятиями молекула, химическая формула, валентность, определять валентность элементов в бинарных соединениях, а также составлять химические формулы в бинарных соединениях по валентности. Давайте повторим. Из чего состоит химическая формула? Химическая формула состоит из химических символов и индексов. А что показывает химическая формула? Химическая формула показывает состав вещества. А что надо знать, чтобы составить формулу? Надо знать валентность элементов. Валентность – это способность атомов элементов присоединять определенное число атомов другого элемента. Валентность обозначается римскими цифрами над знаком химического элемента. И валентность может быть постоянная и переменная. Давайте разберем пример. H-хлор. Мы рассуждаем. Атом водорода способен присоединить один атом хлора. Следовательно, валентность водорода равна 1. Атом хлора способен присоединить один атом водорода. Следовательно, валентность водорода равна 1. Между определенными словами существует связь. Подумайте, присоединять, то есть связывать, то есть образовывать связи. И мы говорим, атом водорода образует 1 связь с атомом хлора. Разберем еще один пример. Атом углерода способен присоединить 4 атома водорода. Следовательно, атом углерода может образовать 4 связи. Изобразим это. С другой стороны, 4 атома водорода способны присоединить 1 атом углерода. Значит, атом водорода может образовать 1 связь. Покажем это. Запишем молекулярную формулу вещества. CH4. Формулы, которых мы показываем с вами связи между атомами, называются структурные формулы. А можно ли определить валентность по химической формуле? Давайте составим алгоритм. Итак, запишем химическую формулу вещества и укажем известную валентность. CH4, валентность водорода постоянной, равна 1. Определим общее число единиц валентности данного элемента. Для этого мы умножим валентность атома водорода на индекс и получим 4, то есть число единиц валентности. Затем определим валентность другого элемента. Для этого общее число единиц валентности разделим на индекс этого элемента, то есть число единиц валентности в формуле CH4 равное 4 разделим на индекс углерода, то есть на 1, и получим 4. Еще пример разберем. Алюминий 2O3. Валентность кислорода постоянная и равна 2. Умножаем 2 на 3. Получаем число единиц валентности 6. 6 делим на индекс алюминия 2. И получаем валентность алюминия равную 3. Проверьте наши действия. Еще пример. SO2. Валентность кислорода 2. Умножаем 2, валентность 2 на индекс 2. Получаем число единиц валентности 4. 4 делим на 1, индекс серы, и получаем валентность серы равную 4. Наши действия. Предлагаю вам выполнить следующее задание. Определить валентность элементов в веществах. Силициум H4, хром О3,
H2SCOSO3. Следующий ряд. Ферум-2О3, ферум-О-H-хлор, хлор-2О7-PH3. И следующий ряд. P2O5, NO2, силициум-О2, бор-2О3, марганец-О. Итак, проверим. Силициум-H4 валентности 4,1, хром-О3-6,2, H2S-1,2, СО валентности 2,2, СО3 валентность серы 6 у кислорода 2, ферум-2О3 3,2, ферум-О 2,2, H-хлор 1,1, хлор-2О7 валентности 7,2, PH3 3,1, P2O5 5,7, NO2 валентность азота 4 у кислорода 2, силициума 2 4,2, бор-2О3 3,2, марганец-О 2,2. Запомните, если в формуле вещества нет индексов и вам известна валентность одного из элементов, то у другого элемента валентность будет такая же. Например, купрум-О. Валентность кислорода равна 2. Индексов нет, значит, у меди валентность тоже 2. Еще пример. H-хлор. Валентность водорода постоянная и равна 1. Индексов в веществе нет, значит, у хлора валентность тоже равна 1. Для определения валентности можно использовать правило креста. Валентность атомов одного элемента – это число атомов другого элемента и наоборот. Например, в веществе PH3 у нас 3, 1 атом фосфора и 3 атома водорода. Поэтому над фосфором мы пишем валентность равную 3, а над водородом валентность 1. Вещество ферум-2О3. Индексы 2, 3. Крест-накрест определяем, что над железом можно записать валентность 3, над кислородом валентность 2. N2O5. Записываем валентности над азотом 5, над кислородом 2. Помните, что определять валентность правилом креста можно, если в веществе есть индексы у каждого элемента, и индексы оба нечетные или один четный, а другой нечетный. Предлагаю вам выполнить следующее задание. В данных веществах, используя правило креста, определить валентность. Давайте проверим. Натрий-2О. Валентности 1,2. Ферум-хлор 3. 3,1. Алюминий-4С3. 3,4. Купрум-2О. Валентности 1,2. И последняя формула хлор-2О7 валентности 7,2. Можно также по валентности составлять формулу вещества. Составим с вами алгоритм. Необходимо записать знаки химических элементов, из которых будет составлено вещество. Выбираем два элемента – фосфор и кислород. Записываем значение валентности над знаками элементов. Над фосфором 5, над кислородом 2. Находим наименьшее общее кратное валентности обоих элементов. Для этого валентность фосфора умножаем на валентность в кислорода. Получаем число 10, то есть наименьшее общее кратное. Затем наименьшее общее кратное мы делим на валентность каждого элемента и таким образом определяем индексы. Итак, 10 мы делим на 5, получаем 2. 10 делим на 2, получаем 5. Это и есть индексы этих элементов. Записываем их в формулу вещества и читаем P2O5. Выполните, пожалуйста, следующее задание. Составьте формулы соединений по валентности. NH3. Наши действия.
мы у валентности азота и фосфора умножаем друг на друга, получаем 3 наименьшее общее кратное. Делим 3 на валентность азота 3, получаем 1. 3 делим на 1, получаем индекс атома водорода. Выставляем. Помните, ребята, о том, что индекс 1 формулу вещества не пишут. Следующая формула – цинк О. Валентность кислорода 2, у валентность цинка 2. Наши действия. Мы валентности перемножаем, получаем 4, наименьшее общее кратное, и делим 4 на валентность каждого элемента. Таким образом, получаем индексы 2, 2. Но кратные индексы можно сократить. И таким образом в формулу цинко мы не выставляем индексы. Следующая формула состоит из атома хлора, который проявляет валентность равную 7, и атома кислорода, который проявляет валентность равную 2. Составляем формулу. Умножаем валентность каждого элемента друг на друга. 7 умножить на 2, получаем 14 наименьшее общее кратное, и делим наименьшее общее кратное на валентность каждого элемента. Таким образом, мы получили индексы 2 и 7, которые выставляем в формулу вещества. Читаем хлор 2, О 7. А теперь выполните задание самостоятельно. Итак, в данных формулах я предлагаю вам определить индексы и таким образом составить формулы веществ. Проверим. НО 2, калий 2С, H бром. Валентности одинаковые, индексы не выставляем. Следующая формула. П2О3. Дальше. Магний хлор 2. H2 селен. Кальций 3Н2. Натрий 3П. Хлор 2О. Купрум О. Валентности одинаковые, индексы не выставляем. Магний 2С. Плюмбум О2. Для закрепления выполните следующее задание. Вам необходимо составить формулы соединений, состоящих из натрия и кислорода, серы с валентностью 4 и кислорода, трехвалентного железа и кислорода. Рассмотрим пример. Записываем химические знаки элементов, выставляем валентности, выставляем индекс. Следующий ряд. Составить формулы, состоящие из цинка и двухвалентной серы, водорода из серы, калия из серы. Разберем пример. Записываем цинк С, выставляем валентности. Помним, валентности одинаковые, индексы не выставляем. И еще один ряд. Вещества состоят из кальция трехвалентного азота, алюминия и азота, и азота и водорода. Записываем кальций, азот, расставляем валентности, выставляем индексы. Следующие формулы составьте, пожалуйста, самостоятельно. А теперь проверьте. На этом, ребята, наш урок закончен. Спасибо за внимание. До встречи.